Игра в теннис давно стала доступной для широких масс. В наши дни все желающие могут вооружиться ракеткой, мячами и окунуться в ощущения, которые дарит этот вид спорта. Быстрая смена ситуации, скорость, азарт – это те составляющие, которые делают теннис привлекательным для всех, без исключения жителей. На одном из закрытых кортов в Николо-Березовке в 20-х числах декабря прошли очередные соревнования по большому теннису на приз главы администрации Краснокамского района. Данный турнир по большому теннису проходит в Николо-Березовке и приурочен к мероприятию, которое прошло буквально недавно, называется «Человек года 2014». Хотелось бы поблагодарить Радзифа Магатурдуновича за то, что он всегда содействует проведению данных турниров, содействует популяризации большого тенниса в частности и спорта в общем, для того, чтобы молодежь могла приходить на данные турниры, смотреть, как играют одни из лучших игроков не только Башкирии, но и Уральского региона и России. Чтобы не было тех моментов, которые недавно слышали, прошло в городе Нефтекамске, да? Связано с употреблением, значит, одурманивающих средств. И всячески данное предприятие наше содействует оздоровлению нации и детей в общем. Так что приходите, играйте, занимайтесь спортом и оздоравливайте свое, значит, тело и дух. На турнире приняли участие 18 участниц из Приволжского округа, а именно городов Уфа, Ижевск, Самара, Альметьевск, Нефтекамск. В этом турнире свое мастерство показывали девочки в возрасте до 12 лет. Уже второй раз, и занимаюсь я уже 5 лет. Мне нравится очень этот спорт, этот вид спорта. Я очень люблю заниматься, ездить по соревнованиям. Надеюсь, что у меня все будет хорошо. Я надеюсь, что буду продолжать заниматься теннисом всегда. В прошлом году в Николо-Березовке были построены закрытые теннисные корты для игры в настольный и большой теннис, а также 6 кортов на открытой площадке. На этих оснащенных кортах проводятся соревнования по календарю российского теннисного турнира. В частности, данные соревнования проводились в спортивном комплексе «Альбатрос». Теннисистка из башкирской столицы Анастасия Хабарова в итоге заняла первое место. Моя дочка Анастасия Хабарова играет вот сейчас турнир, который непосредственно проходит в Николо-Березовке. Играем за выход в финал. Значит, Николо-Березовский мы первый раз. Нам все нравится. Нравится организация турнира. Очень приятно, что каждую игру судят. Это редкость на турнирах, потому что мы уже в этом году съездили 22 турнира. Да, и вот это первый турнир, где мы видим, что судят все игры, независимо от того, какой круг игры. Организовано тоже все очень удачно, хорошо. Любые изменения в графике, звонят, предупреждают. То есть никаких неожиданностей для нас нет. Играть нам здесь нравится, приятно. Мы сейчас уже вывесили график 2015 года, примерно смотрим. У нас в Уфе, мы сами из Уфы, своих турниров будет очень много, потому что у нас сейчас 3 спортивных теннисных школы, поэтому есть выбирать, куда ездить. Ну и в другие города тоже ездим, чтобы поиграть с другими детьми, почувствовать, ну, качество других игроков, так скажем, уровень других игроков, свой уровень повысить, может быть, за счет них. Вот, ездить все равно будем в 2015 году. Очень популярный вид спорта, и детей очень много, и играющих, и потенциальных маленьких детишек очень много. Но в связи с тем, что популярен, поэтому и детей много, играют все, родители занимаются тоже. Где есть движение, есть и здоровье. Но поскольку игра является динамичной, и спортсменам приходится выполнять резкие остановки, менять направление движения и удары ракеткой, большое значение для предупреждения травм имеет выбор места занятий и экипировки. Теннисные корты спортивного комплекса, где прошли соревнования, оснащены по последнему слову техники и соответствуют мировым стандартам. Как уверяют организаторы турнира, поиграв на этой площадке при желании, можно легко выходить на соревнования мирового уровня. Во время зимних каникул сотрудники спортивного комплекса приглашают всех желающих заняться большим и настольным теннисом и бильярдом. Всех любителей этих видов спорта ждут по адресу село Николо-Березовка, улица Макаренко, 21, подробности по телефону 8 987 47 287.